Видите, у него остался последний пункт. Вот как только последний пункт перекрыт, камень снимается с доски. То есть вот это основная игровая механика. Всероссийский детский центр «Океан» присоединился к международному флешмобу, посвященному чемпионату мира по го, который пройдет в столице Приморья в конце мая. Ребята из Владивостока, Новосибирска, Красноярска, Магадана, Южно-Сахалинска, Хакасии приняли участие в мастер-классе. Азы игры рассказал вице-президент Федерации го Приморского края Алексей Хованец. Кроме правил, дети узнали и историю возникновения го, в том числе и в столице Дальнего Востока. Раньше го было во Владивостоке клубным и ламповым, а сейчас вот сотни участников и большие мероприятия, вот чемпионат мира. Так что да, мы вышли на новый уровень, и сейчас этот новый уровень нужно подтвердить, нужно провести этот чемпионат так, чтобы те, кто приехал к нам из ведущих азиатских стран, они поняли, что вот у нас интересно, чтобы хотели проводить в России еще. Сегодня клубы и секции го открыты почти в каждом регионе страны. В России игра популярна еще со времен Советского Союза. Детский центр «Океан» уже давно вел в практику занятия по го. Ребята со всей страны изучают интеллектуальную игру, а потом продолжают развивать навыки в своих городах. Го – это игра сложнее, чем шахматы. Для вашего мышления, для образного мышления, она гораздо полезнее и дает вам больше возможностей даже в жизни. То есть именно те вещи, которые вы видите на доске, вы можете принять и в жизни, потому что это тактически стратегический прием, у нас в жизни порой такие вещи очень важны. Специально для чемпионата мира были созданы открытки. Именно их ребята отправили своим друзьям и родителям. Артем давно мечтал поиграть в го, но никак не получалось. В лагере наконец-то желание исполнилось. Очень интеллектуально. Здесь довольно непросто развивать стратегию. Здесь надо продумывать. Да, вот здесь-то. Продумывать все наперед, прям думать масштабно. Понимать, что жертвуя чем-то, ты можешь приобрести еще больше, чем ты пожертвовал. В поддержку чемпионата мира по го участники мастер-класса выложили на досках из камней сокращенное название соревнований. Ребята с нетерпением ждут исторического события, которое пройдет во Владивостоке с 28 мая по 1 июня на острове Русский в кампусе Дальневосточного федерального университета. В нем примут участие представители 77 стран. В рамках чемпионата впервые пройдет матч-хакатон. В го сыграют комбинации человеческого и искусственного интеллектов. Дмитрий Беломестнов, новости на 8.